этой обычной банке из-под чая находится то, что приносит Мади Бигдаиру хлеб и масло. Вот уже 3 года стилист рисует строительным песком. А чтобы на Тори его приглашали почаще и о таланте узнала каждая собака во дворе, Мади замахнулся на отечественных звезд. Сначала нарисовал одноклассницу Линду Нигматуллину, а там пошло-поехало. Последние дни недели он то и делает, что изображает селебрити. Мне пришла в голову идея нарисовать их портреты, сделать им приятное в первую очередь, некий такой видеопортрет, фотопортрет, который они смогут разместить у себя в аккаунтах. И благодаря этому огромное количество людей увидят мою работу. В погоне за подписчиками и лайками Мади делает все возможное и невозможное. Основной скачок произошел, да, что очень интересно, когда я нарисовал песочный портрет для нашего политического деятеля Бахыцы Сдыковой, прекрасной, веселой, активной девушки. Во время съемки мы попросили стилиста нарисовать Дильназ Ахмадиеву, Макпалу Исабекову и Шокана из Алдавай. За моей спиной вы видите портрет Шокана. На самом деле очень интересные черты лица. Первый раз мне приходилось рисовать такие мужские веки, честно говоря. Но оригинально очень, первый раз сталкиваюсь. Теперь главное, чтобы Мади не останавливался на достигнутом.